Слышно? Да. Стоит для понимания того, почему это все так выглядит, сказать о метафизическом реализме, в общем, метафизический реализм — это направление в литературе, которое, в общем, которое обозначил Мамлет, Юрий Мамлет. И это, как правило, литература этого жанра, как правило, достаточно мрачная, но в то же время отчасти изысканная. И, в общем, это очень интересное направление и достаточно новые вещи, которые уже успевают умереть. В общем, как и Мамлет. И в качестве первых выпусков серии я решил сделать дизайн теологии Вима Сорова. Мрак пластик, он вершил производство своих губнев. Почему именно эта теология? Потому что «Рак твой глаз» и вообще эта теология была издана только один раз, Колумб Публикейшн сюда ее выпустила, и скоропостижно запретили, в общем, эту книгу из-за какого-то там содержания, хотя содержание никак не такое же какое-то особое содержание. Но, в общем, важен тот факт, что «Мрак твой глаз» и трилогия является фактом искусства и достойна того, чтобы ее подобающе издать и как бы отдать должное тому, что, чем она является. Когда я начал работать, думать, в принципе, над тем, как должна выглядеть литература физического реализма и дизайна, как бы я перебрал очень много визуальных вариантов каких-то для первоначальной иллюстрации. Потому что как бы, я хотел, чтобы была какая-то, в общем, современная художественная литература, как правило, редко иллюстрируется. Если она иллюстрируется, то это уже получается как бы не совсем про книги. Это скорее альбомы такие, где, в общем-то, есть текст, который нам бросающимся каким-то там шрифтом и так далее. В общем, моя задача была выполнить, ну, то есть превращение, сделать эту ошибку и то есть я сказал, что с этим содержанием. Я пока покажу две иллюстрации. Я думаю, что вот так как-то будет выглядеть все. Это мои ранние наброски в иллюстрации. Потом мне казалось, что это вот так должно быть. Потом казалось, что так это должно быть. И вот так вот. И все наброски того, как я предполагал, что здесь будет выглядеть. Но тогда это был просто какой-то альбом с иллюстрациями, который был совершенно не про текст. Дизайн книги — это в первую очередь про текст, и текст — как бы главенствующий элемент вообще книги. И как бы все вокруг у него должно писать и ему подчиняться. Вот. И как бы что я сделал? Я решил найти какой-то визуальный момент, такой визуальный стиль, который был, как бы так, структурно-физически предполагает какое-то надвосприятие реальности за пределами чего-то, то в подходе иллюстрации должна быть настолько абстрактной, чтобы абсолютно четко не намекать на конкретные какие-то действия персонажей и так далее. Но в то же время, когда читатель именно читает текст и воспринимает изображение, то его сознание как бы начинает в каких-то деталях, в каких-то частях выявлять какие-то явные и неявные вещи, в зависимости от того, какой текст он воспринимает. То есть, когда он берет эту книгу, он видит одно, пока он читает это, он может уже чем-то другим стать. Вот. Так, дальше по поводу того, какие все это и чего размеров. В общем, это «Барабан бабушки». Мягкая обложка книги 130 на 200 мм.
поводу. Там вот есть по поводу волос, клиентам. В общем, я построил ее как Гутенберг, это сделал уже Андерграф в «Рукосе люди», и изменил ее, чтобы полоса была более вытянута, строга и изящна, чтобы она как бы с самими иллюстрациями, которые тоже по полосе строятся, то есть полоса, иллюстрация, но в нее как бы она часть. Она как текст, она набирается. Очень важно, что она набирается из элементов графических, из чего угодно. То есть я при задании вдохновлялся ASCII art, ну, то есть это когда символами кодировки ASCII рисуют, ну, кошек и так далее. И я пытался это как-то интерпретировать и использовать как бы технику и язык супрематизма в какой-то мере. И я пришел к такому визуальному направлению. Вот. Так, потом такие элементы, как оглавление и вот эти вот все вещи с декалбой и прочими важными вещами, тоже оформляются типографически исключительно, то есть они тоже как бы встроены в общую идею, концепцию классическую. И это важно. Так, значит, шрифты. Значит, шрифт для обложки, шрифт, заголовки, шрифт. Это все Proxima Nova Type. Proxima Nova. Это как бы такая культура, мне при защите говорили, что это даже есть культура. Вот. Но как бы мне кажется, что как бы нужен более сдержанный шрифт, который бы как бы любой шрифт, который бы подчинялся как бы каким-то более резким вот этим наклоном, как бы уходил и резался, и дальше каких-то не имел срок, но он бы смотрелся в Эпендеру. Официально сам сказал, что могу оказаться на вытянутой такая и вроде как подходит. Но на самом деле совершенно смотрится как-то по-дурацки, как будто бы какой-то пендрешенник или совершенно. А основное происходит это санс. То есть он совершенно неожиданным образом, как бы не то чтобы с этой самой снова это хорошая жильтовая пара, но не похожая отчасти. Но так как в конкретном случае развивается все эпиграфами, и вообще, в принципе, есть эпиграфы, они будут расстояние, и дальше это не принципиальная вещь, она считывается раньше, чем что, и, в принципе, такая компоновка тоже какой-то других этих штук. Создает тоже какую-то графическую форму, что неплохо. Так, что еще хочу сказать? Так, может бы все настолько упростить до такого уровня, хотя я совсем не скажу упростить, потому что, короче, это очень долго упрощать что-то, потому что я исходил из того, что я просто кистью кладу. Как пиксель набирал такие штуки. Что это здесь? А? Вот, набирал совершенно рандомно, как бы этот хаос не уходил. То с цветом пытался что-то, и думаю, куча лишних связей, то есть слишком конкретно формально. Как будто бы ты не книжку читаешь, как историю прекрасно, да, знаешь, как вот эти классные там книги, вот 17 века, такие огромные, с крутой длинной полосой, все такое. Но это не то, что нужно сделать. Можно и так. Да. Что-то еще сказать. Да, про серию, точно. Про серию очень важно, что как бы серии не очень много хороших. Нет серий каких-то интересных сейчас прям. То есть серия, которая, ну как я не знаю, наверное, есть куча, на самом деле. Про вашу серию. А? У вас серия.
Ну, у меня серия. Почему серия? Почему я решил серию делать, скажи? Чего? Почему серии не скучается у нас? Просто аж противно. Не почему, а прям по сути. Причем две из чего? Это серия книг, в ней трилогия. Как бы будут еще книги, у них будут тоже обложки, тоже иллюстрации. И это как бы книжная серия. И она как бы оформление унифицировано специально для того, чтобы мы могли потом купить. Вот LKS 456 у вас на обложке коллекционируется как сумасшедший вид. Это будет коллекционировать. А, окей. Когда ЛКС, в общем-то, разно там мне написано, я изучил знаки старые, решил к тому, что знак будет просто написание ЛКС. Хорошо. И это концептуально, я сейчас расскажу. И как бы концептуально суть такая, что ЛКС во всех изданиях никогда не расшифровывается, нигде никак не упоминается. Но, в принципе, значит, литература конца света. Как бы это цитата из Мамлеева. Ну, можно думать, там, летние каникулы символизма, там, я чуть-чуть за этой штуки, там, и прочее, там, и что-то там. И это тоже такая, как бы, игра с читателем, которая, как бы, дополнительно на уровне не только, как бы, восприятия книги, как книги, а чего? Рецензия? Вы рецензию выслушали? Какую? На ваш проект. Сторонник. Рецензия. Дипломная работа демонстрирует уверенное владение компьютерными программами и хорошее понимание задач макетирования изданий. Взаимосвязь разделов работы обеспечивается единством фактурного цветового ритмического решения всех ее составляющих. К основным достоинствам работы можно отнести в первую очередь ее цельность, ясность и лаконичность графического языка, а также выразительную ритмичность дизайнерского решения. Взаимодействие графических форм, являющихся основой модульного решения иллюстрации, образно отражает постмодернистскую идею деконструкции мира средствами искусства, столь характерную для произведений выбранного направления литературы. Оформление пояснительной записки и графического материала соответствует требованиям, предъявляемым дипломным работам. В целом, реализация задач серийного макетирования внешне простыми, но требующими большей точности решений средствами, позволяющими создать нестандартный, запоминающийся узнаваемый образ серии изданий, выполнена на высоком профессиональном уровне. Работа заслуживает высокие оценки и присвоение квалификации дизайнера-графика. Спасибо. Ну и теперь на этой счастливой ноте.